Реальный шанс получить статус постоянного жителя США – это участие в иммиграционной программе Green Card посредством компании USA Immigration. Достаточно заполнить анкету на greencard.md. Приступая к заполнению, необходимо строго следовать паспортным данным, используя при этом латинские буквы. Требуется указать вашу фамилию, имя, пол, дату рождения в порядке день, месяц, год, а также место вашего рождения. Необходимо прикрепить фотографию. Такие варианты как… Никогда не позволят вам стать обладателем Green Card. Фото должно соответствовать паспортному типу. Ваша фотография будет дополнительно обработана сотрудниками компании USA Immigration. Затем необходимо указать уровень образования, который достигнут к настоящему моменту, выбрав один из подходящих вам вариантов. Будьте внимательны, заполняя графу «Количество детей». Требуется указать число всех детей, включая усыновленных, пасынков и падчериц, возрастом до 21 года, не состоящих в браке. Очень важно указать контактную информацию, чтобы компания USA Immigration смогла всегда связаться с вами. Требуется указать действующий электронный адрес, на который вам придет уведомление с персональным кодом регистрации. Также требуется ввести контактные номера телефонов. Далее введите точный домашний адрес в порядке улица, дом, квартира. Затем введите название города или села, а также название страны, на территории которой вы проживаете в настоящее время. Ответив на эти несложные вопросы, вы переходите к следующему шагу. Соглашаясь с вышеперечисленными условиями, вы кликаете на «Подтвердить» и автоматически являетесь участником лотереи. Затем необходимо проверить электронную почту на наличие уведомления с вашим регистрационным номером, которое требуется подтвердить, сохранить и распечатать. Потратив на заполнение несколько минут, вы можете кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Спешите, у вас есть время до 3 ноября.